5. Марина, у нас здесь модельное агентство. И у нас у всех 90-60-90. Ну, правильно, это мой размер по диагонали. Ну, хорошо, давайте попробуем. Фитнес. Шейпинг. Бодибилдинг. Йога. Секс. Да что ж такое? Марина, ну нам нужно показать самое лучшее, что у нас есть. А я о чем? Дося, иди сюда. Скажите, а вот у вас дети есть? А у нас, как у сборной России по футболу. А это как? Моментов много, реализация хромает. Не переживайте, познакомьтесь, это моя Дося. Едим мы с ней одинаково. Да, но я пережевываю. Кстати, как там наш кормилец? Холодильник, что ли? Очень смешно. Я стараюсь. Играй давай, старается она. Аксессуар. Уважаемые дамы и господа, Евросоюзу посвящается. Зона, шенгенская зона, чтобы навсегда сюда войти. Зона, шенгенская зона, наколю я визу на груди. Мы здесь все в опасности, родная. Может, не увижу я друзей. В ресторанах здесь баланду варят обожжи. Из испанских и немецких овощей. А вообще в Европе неспокойно. И смотрящим там у них поляк. Еврокомиссары из Брюсселя тратят весь на Грецию общак. Это великая публика. Мама, после такой песни это будет твой последний фестиваль. Дося, мой последний фестиваль был вчера в номере у махачкалинских бродяг. Кстати, там был и Леонид Ярмольник. Так я его спасла от грязного сексуального домогательства. Как? Передумала. А знаешь, Маринка, здесь в зале сидит принц, и он должен выбрать себе суженую. Да ты шо? Принц, зачем вам суженая? Вы возьмите расширенную. Во мне столько дополнительных функций. Марина свободна. На свидание иду я. А ты ничего не забыла? Ну, конечно, нет, все с собой. А помаду? Помаду? Просматик, помада, румяна, заколка. Пудра, пинцет, кошелек и иголка. Нитки, браслет, запасные колготки.
лодки. Как сюда влезли, весла от лодки. Ключ от подъезда, ключ от квартиры. Ключ на 15, на 24. Ключи от подвала и кабинета. О, косметичка, посмотрим, что там. Техпаспорт, права, телефон и страховка. Салфетки, часы, для кого-то морковка. Пластырь, кредитка, расческа и визитка. Машины и диски, а вот и хомяк. Блокнот, карандаш, сигареты и жвачки. Крем для лица, аспирина, полпачки. Футермена, чиши, штаны. Парня какого-то лет 20. Ручка, платок, корешок, невидимка. Тени, кольцо с Брэдом Питтом, картинка. Зон производится Рамон Алладин. Вот и нашла я в темном Кевин. Но что-то я все-таки забыла. Что? Вспомнила, КВН уже 50. 50? Так это же золотая свадьба КВН со зрителем. Так чего же вы стоите? Горько с Александром Васильевичем. Тихо. Уважаемый Александр Васильевич, а если серьезно, очень скучаем. Мы по жизни простые девчонки, все на месте, но что-то не так. И пускай говорят нам мальчонки, что у нас в голове кавардак. Дома боремся с полюмином, ну а здесь мы едим, что хотим. Но не можем позволить себе мясо птицы, потому что у нас есть кивин. Вы обязаны здесь быть смешными, мои деньги потратить не зря. Вся в слезах, продавая квартиру, говорила бабушка моя. Мы сборная блондинок Украины. Тема игры «Смелость города берет». Мы с Надей очень смелые, поэтому нас в команде двое. А еще мы такие смелые, что не боимся даже конца света. Знаете, по статистике люди, которые верят в апокалипсис, консервируют меньше. А сейчас наш ответ всем тем, кто считает блондинок глупыми. Если у нас нету мозга, значит, у нас мозга нет. Думайте сами, решайте сами, у нас мозга нет. А мы продолжаем брать на себя смелость вместе с городами. Встречайте, вологодские блондинки! В рамках этого номера зовите нас Доша и Нодя. Как измерить силушку богатырскую? Силушка богатырская равняется произведению массушки на ускореннице. Одна девочка однажды намазалась кремом от морщин, и теперь у нее не сгибаются руки. У одной девочки было очень много веснушек. Однажды она соединила их линиями, и получилась картина «Грачи прилетели». Однажды одна девочка слепила из пластилина 500 титек. В общем, наделала глупостей. Провожайте, вологодские блондинки! А еще мы с Надей такие смелые, что покажем вам сейчас случай в офисе. Надежда Николаевна, а вы чай будете? Буду. Надежда Николаевна, а вам черный или зеленый? Черный. Надежда Николаевна, а вам с сахаром или рафинатором? Рафинатором. Надежда Николаевна, а вам печенюшку класть или потопить? Печенюшку. Ой, фу, короче, что попало номер? Мне тоже не нравится. А следующий номер мы с Дашей написали, когда шли... Даш! Сейчас, извините. Мама звонит. Сейчас, секундочку. Алло. Дашунчик, привет. Даша,
Привет, ма. Ты можешь говорить сейчас? Ма, не могу, давай перезвоню попозже чуть-чуть. Ну я буквально два слова. Мы тут тебе с папой номер придумали. Ма, ну какой номер? Давай перезвоню, все. Даша, вы ж там хоть кушайте. Ма, ну мы кушаем. Ты в колготах, Даша. В колготах, ма, в колготах. Ты что, кашляешь? Снова за своего КВНа с соплями приедешь. Когда уже закончится ваш этот КВН? Детей уже рожать пора. Мама, все, пока. А следующий номер для самых смелых. Секретные материалы. Однажды мама заплела одной девочке на голове колосок. Ночью пришли комбайны и вспахали девочку. Один мальчик упал с крыши. Ну хорошо, что головой прям в подорожник. Пока очнулся, все зажило. Однажды одна девочка пошла гулять в грозу, а громоотвод дома забыла. Молния ударила в девочку и сказала: «А голову ты не забыла?» А наша финальная песня посвящается всем ненатуральным блондинкам. Не забывай свои корни, помни, есть вещи на порядок выше, слышишь? Посмотри на Гошу Куценко, нет, он не лысый, он просто корни закрашивает умело и быстро. Послушай, это тебе говорит блондинок сборная. Пусть твоя голова не будет, как в поговорке, полоса белая, потом полоса черная. Не забывай свои корни, помни, корень из 9-3, а корень из 16-4. Нет больше глупостей в мире. Корень из 16 плюс-минус 4. И еще, не забывай повторять всегда: смелость блондинок берет города. В общем, берегите блондинок, ведь КВНы нужны светлые головы.